Добрый день! Сегодня перед вами автомат фасовочный модели MD500D2M. Он оснащен двумя накопительными столами. Цилиндры изготовлены из стали 316L, имеют 12 класс частоты и легко стерилизуются. Дозатор настроен на дозу от 50 до 450 мл и имеет регулировку производительности. А оборудование соответствует всем требованиям GMP. Итак, давайте начнем и разольем 450 мл. Поехали. Ну а теперь мы произведем переналадку на 100 мл и продолжим видео.